привет! С вами международная компания Rasproperty, застройщик и самое крупное агентство недвижимости в Турции. Сегодня мы с вами приехали в зеленый, окруженный сосновыми лесами район Кыргызчак, а также специально для вас мы сняли отдельное видео про этот район. Проходите по ссылке в правом верхнем углу, там вы найдете еще больше интересной информации. А мне хотелось бы напомнить, что компания Rasproperty дает гарантию лучшей цены на недвижимость по всей Турции, а это значит, что именно наши клиенты становятся счастливыми обладателями качества недвижимости по самым выгодным ценам. Сегодня я хотела бы вас познакомить с предложением, выставленным на продажу от застройщика. О планировках, квадратуре и стоимости мы поговорим чуть позже, а сейчас давайте уделим время нашему комплексу. Он был построен в 2019 году, то есть совершенно новый, удален от главной дороги. Соответственно, вас не будет отвлекать лишний шум. А сейчас мы находимся на крыше нашего комплекса. Здесь будет установлен джакузи, бар, а на территории комплекса вы сможете найти открытый плавательный бассейн с детской зоной, фитнес-центр, финскую сауну, открытую парковку и многое другое. В нашем комплексе есть квартиры планировки 0+1, это студии. Они достаточно просторные для того, чтобы организовать и зону отдыха, и спальную зону. А также квартиры планировки 1+1 и 2+1. Квадратура от 32 до 79 квадратных метров. Сейчас мы с вами рассмотрим шоурум планировки 1+1, а о стоимости квартир вы узнаете в конце видео. А сейчас я хотела бы вас познакомить с шоурумом планировки 1+1. Это пример того, как может выглядеть ваш новый дом. При входе в квартиру нас встречает очень длинный и просторный коридор, что очень необычно для квартир планировки 1+1 в Турции. С левой стороны у нас расположился уже шкаф для ваших верхних вещей и обуви. Также левее у нас расположился один санузел, а прямо передо мной салон. Это кухня, совмещенная с гостиной, с которым я хотела бы вас сейчас познакомить. Кухня у нас угловая, имеет достаточно рабочего пространства, гранитную столешницу, всю необходимую корпусную мебель с автодоводчиками. Так как это шоурум, кухня у нас представлена с бытовой техники известной марки Beko. Однако квартира от застройщика, и в полной комплектации у нас входит только корпусная мебель на кухне и сантехника в санузлах. В кухонной зоне у нас также есть обеденная зона на 4 персоны, комод, где вы можете расположить свои вещи или же элементы декора. А сейчас я предлагаю знакомиться с гостиной. Гостиная у нас достаточно просторная, вместила в себя большой угловой диван, где вы можете расположиться в кругу семьи и посмотреть телевизор. Также здесь есть журнальный столик, где вы можете установить свои элементы декора. И из гостиной у нас есть выход на просторный балкон. А так как квартира у нас в планировке 1+1, соответственно, у нас есть еще и спальня. На наш балкон вы всегда сможете перенести обеденную зону, либо же его застеклить и оборудовать, допустим, рабочий кабинет. А так как наш дом находится в окружении гор и банановых плантаций, соответственно, вас всегда здесь будет обдувать приятный горный воздух и радовать пение птиц. А с нашего балкона есть выход в спальню, пойдемте ее смотреть. Во всех новых квартирах у нас будет чистовая отделка и подведены все коммуникации. А что касается шоурума и хозяйской спальни, здесь установлен весь необходимый комплект мягкой мебели. Это двухспальная кровать, прикроватные тумбочки, а также шкаф. Стоимость апартаментов в этом комплексе составляет от 27,5 тысяч евро до 68 тысяч. Несмотря на то, что у нас самая большая база недвижимости, именно этот объект вы можете с легкостью найти на нашем сайте rasproperty.ru под номером 6904, либо же пройти по ссылке в описании, а еще проще – пройти по ссылке в правом верхнем углу. Более подробную информацию об этом комплексе вы можете узнать у наших менеджеров, заказав обратный звонок на нашем сайте rasproperty.ru. А если вам не удалось найти дом своей мечты, не отчаивайтесь, мы еще и строим. Хотите виллу, а хотите жилой комплекс. А если вам понравился обзор, то ставьте лайк, в комментариях задавайте вопросы, если они у вас еще остались. И не забывайте про колокольчик, чтобы не упустить возможность стать счастливыми обладателями домика у моря. До скорого!